Добрый день, коллеги, уважаемые партнеры. Меня зовут Алексей Гребенюк, являюсь менеджером отдела продаж компании «Остров Машин». И сегодня у нас на обзоре представлен полуторатонный вилочный погрузчик газ-бензиновая версия. Предлагаю начать с основных узлов агрегатов данного погрузчика. Перемещаемся к передней части. Здесь у нас находится каретка с установленными вилами для транспортировки палет. Также находится мачта. Соответственно, мачта у нас выполнена из высокопрочной стали. На данном погрузчике это двухсекционная мачта со свободным ходом. Обратите внимание, цилиндр свободного хода установлен. Предполагается использование данного погрузчика в стесненных пространствах. То есть цилиндр свободного хода помогает вам при использовании, когда вы поднимаете каретку, вторая часть мачты, она не выезжает до определенного расстояния. Это позволяет вам удобно перевозить палеты в вагонах, то есть вагонный вариант, и также в, там, допустим, доставать продукцию из фуры. На данном погрузчике у нас используются пневматические шины. Также дополнительно можно устанавливать цельнолитую резину. Либо же, допустим, так как данные погрузчики можно использовать внутри склада за счет того, что двигатель здесь бензиновый, но можно переходить на газ, также устанавливается белая резина, чтобы не оставалось следов при движении. Прошу обратить внимание, на данных погрузчиках устанавливается двигатель К21 Nissan, это японский оригинальный двигатель. Преимущество его в том, что меньше детонация, низкая вибрация при движении и работе. На данном погрузчике сзади устанавливается газовый баллон. Для этого, для удобства установки используются механизмы, то есть вы можете отодвинуть, удобно разместить газовый баллон и, соответственно, зафиксировать обратно. Как я ранее говорил, газовое оборудование используется Lavato, это итальянское оборудование. Его преимущество то, что оно широко распространено, соответственно, найти необходимые комплектующие не составляет труда. Хорошая шумоизоляция, которая здесь используется на данном погрузчике, опять же, снижает вибрацию, снижает шум, повышает комфорт и безопасность при движении и при использовании погрузчика. Преимущество использования данной конфигурации является то, что данный погрузчик можно использовать в закрытых складах, а также с продуктами питания. Прошу обратить внимание, все погрузчики Lugon у нас оснащаются светодиодной оптикой для удобства перемещения в темное время суток. Перемещаемся в кабину оператора. Здесь у нас основные органы управления. Для того, чтобы начать движение и, соответственно, обезопасить себя от травмирования, здесь есть ремень безопасности, который мы пристегиваем. Да. Так. И переходим к головному управлению. Слева находится у нас ручник. Переключение передачи вперед либо назад. Также доступна регулировка рулевой колонки вперед-назад. Здесь у вас отображается количество топлива, температура двигателя и моточасы. Это основные характеристики. Здесь также используются поворотники. С правой стороны у вас ручка переключения между газом и, соответственно, бензином. Справа от оператора на удобном расстоянии расположены органы управления мачтой. Данная ручка необходима для подъема-опускания каретки и выдвижения мачты, наклон вперед-назад. Третья ручка необходима для погрузчиков, на которых установлена каретка бокового смещения, то есть сама каретка двигается вправо или влево. Демонстрирую органы управления, то есть первая ручка у нас отвечает за работу мачты. Как я ранее говорил, видите работу цилиндра свободного хода, то есть каретка практически поднялась на уровень погрузчика, мачта еще не выезжала для удобства использования в стесненных пространствах. Вот поехала вторая секция мачты. Далее, используя вторую ручку, мы регулируем наклон мачты при движении с палетой. Третья ручка необходима для движения каретки бокового смещения. Давайте продемонстрируем движение погрузчика, разворот погрузчика в реальных условиях. Погрузчик разворачивается практически на месте.
для ускорения движения мачты вверх можно добавить немножечко газа.